Всем привет! Сегодня у нас дегустейшн, и это нутовые воздушные палочки. Они идут без глютена, со вкусом двойной чеддер. Здесь также есть растительный протеин, 8 грамм на эту пачку. Ни много ни мало, но меня эта позиция заинтересовала. Купила я их в Фамилии, первый раз увидела и решила, что надо пробовать. Недостаточно сырный аромат. Выглядят они как читос. Я 100 лет не ела читос, но вот такие вот малышки. Давайте пробовать. Они реально очень воздушные, очень хрустящие. Здесь сырный порошок натуральный. Вот что дает этот вкус. Классно. Вот кино или как отличный перекус, мне кажется, очень хороший вариант. Как теперь остановиться?